преддверии Нового года представители молодежной организации завода «Запорожье-Огнеупор» поздравили детей сотрудников предприятия. Проводится праздник ежегодно и уже стал традиционным. На этот раз группа «Дедов Морозов» и «Снегурочек» побывала в гостях по 45 адресам практически во всех районах Запорожья. Мы, Дед Мороз и Снегурка, молодежная организация «Запорожье-Огнеупора», поздравляем детей с Новым годом. Ежегодно поздравляем, нравится. Дети оставляют письма, рисунки, рассказывают стихи. Это, наверное, самые интересные и классные эмоции, позитивные. Главное, что не верят в это чудо, верят Деда Мороза и Снегурочку. Поздравил нас «Запорожье-Огнеупор», молодежная организация. Ребенок очень рад, доволен. Ждала очень Деда Мороза.